Сегодня я хочу поговорить о том, почему хобби не обязательно должно приносить вам деньги. В интернете очень много статей, информации о том, как из своего хобби сделать полноценную работу, иметь достаток и не беспокоиться ни о чем. Что монетизация хобби – это единственный способ избавиться от офисного рабства и вообще от наемной работы. И что у любого увлечения должны быть измеряемые цели, результаты и признание. Все это может вогнать в депрессию любого человека, который чем-то очень сильно увлечен. Потому что каждое наше увлечение появляется только из-за того, что мы хотим испытывать радость, что нам нравится это делать. Независимо от того, платят нам за это, нравится это другим людям, какой от этого у нас будет успех, нам это не важно. Мы чем-то увлекаемся, потому что хотим, просто хотим радоваться. И вот пример. Если человек наслаждается фотографированием цветочков, покупает для этого камеру и просто любит ботаническую фотографию, просто любит снимать цветочки, кто-то ему говорит о том, что «а можно ведь снимать свадьбы и зарабатывать на этом большие деньги», он начинает думать «боже, я сделаю что-то неправильно» и стремится к осуществлению новой цели, которая уже больше похожа не на хобби, а на работу. Так как он изначально вообще не этого хотел, и это не входило в его планы, то постепенно у него начинает вырабатываться вообще отвращение к фотографированию, как к увлечению, и он перестает снимать вообще, хотя и подзаработал неплохих деньжат. В результате человек теряет и свое хобби, и способ заработка. Как только начинаешь ждать от хобби, чтобы оно тебя кормило, оно становится работой. Его уже нельзя переложить или прогуливать. Этим приходится заниматься, даже когда ужасно не хочется. И еще этот стереотип о том, что все близкие должны поддерживать человека, который хочет из своего увлечения сделать способ заработка. Даже если это увлечение полнейшая ерунда и интересует только этого человека, все равно, раз он хочет этим зарабатывать, значит семья, родные, там, друзья, они все должны поддерживать и помогать ему в этом. Но дело-то в том, что каждый может заниматься чем угодно, любой фигней, если ему от этого радостно, если он этим доволен. Аргумент «мне это интересно» самодостаточен, больше к нему ничего не нужно. И раньше, до появления этих статей о том, что хобби можно сделать способом заработка, люди увлекались чем-то, и этой радости, этого интереса от увлечения хватало и на то, чтобы работать, и заниматься этим хобби, и проводить свободное время с семьей. Этот интерес и радость заряжают нашу внутреннюю батарею так, что нам хватает сил на все. И то, что на увлечение приходится тратить деньги, и хобби может быть источником расходов, это тоже нормально, потому что это плата за радость, за то удовольствие, которое мы получаем, занимаясь чем-то. Заработать и потратить на что-то интересное – это совершенно нормально. Поэтому я считаю, что неправильно требовать от этой радости возврата вложенного капитала с процентами. Это как-то грустно и очень абсурдно. Развиваться и пробовать новое, конечно же, нужно. Но если вы понимаете, что это не то занятие, которое вы хотите продавать и превращать в работу, не делайте этого и не пытайтесь, даже если вас уговаривает вся ваша семья. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.